Меня зовут Диана, мне 9 лет, и я приехала с Украины. Вообще, я вот понимаю, что вот на улице война, и типа, ну, мне как бы нужно уехать, потому что, ну не дай бог что-то кинут, например, в наш дом или что-то такое. Но на самом деле, типа, я бы хотела всем высказать, чтобы это все уже прекратилось.